В городском краеведческом музее Екатерина Дидковская открыла свою линейную выставку почтовых карточек со всей планеты. В ее коллекции уже насчитывается более 8 тысяч открыток. По словам Екатерины, занимается она этим с 2010 года, когда девушка впервые услышала о международном проекте «Посткроссинг», в котором принимают участие 800 тысяч человек из 209 стран мира. Отметим, что это хобби тесно связано с филокартией и филателией, коллекционированием открыток и марок. Посткроссеры коллекционируют не так, как филокартисты и филателисты, только марки или только открытки. А мы коллекционируем открытку с приклеенной маркой, прошедшую почту, отправленную с другой стороны, конкретно на мое имя. Я, например, коллекционирую. И при помощи этого сайта я знакомлюсь с разными людьми, которые присылают мне открытки. Сейчас у меня в коллекции 187 стран и чуть более 8 тысяч открыток, прошедших почту. Здесь представлена часть моей коллекции, самая небольшая часть. Это по одной открытке из каждой страны вот, в центральных витринах и тематические открытки в разных других витринах. Стоит подчеркнуть, что Екатерина коллекционирует открытки по темам. На витринах выставки можно увидеть сотни карточек об искусстве, космосе и культуре других стран. Каждая из них имеет для нее особое значение. Я тоже отправляю открытки. Причем обмен не прямой. Я посылаю, мне сайт выдает адрес, я отправляю открытку специально, чтобы можно было подтвердить, что открытка дошла, есть специальный номер, который регистрирует потом человек, когда открытка дошла. И уже мой адрес, когда моя открытка дошла, мой адрес выпадает другому человеку, не тому же, которому я отправляла. Вот. Но когда этого становится мало, такой момент наступает, то можно уже обмениваться напрямую, писать конкретным людям на сайте и просить обменяться открытками. В некоторых странах практически нет посткроссеров, и порой приходилось самой находить туристов, которые собираются посетить ту или иную страну, делится Екатерина Дидковская. Так, в ее коллекции появилась открытка из Ирака, отправленная известным дизайнером Артемием Лебедевым, который откликнулся на ее просьбу. Помимо этого, в коллекции Екатерины можно найти и конверты первого дня, среди которых подписаны Екатерине в подарок от космонавта, героя Советского Союза Анатолия Арцебарского. Выставку в Каспийске посетили и другие начинающие посткроссеры, которые решили поделиться с нами своими впечатлениями. Здесь очень мне нравится, что подобрана определенная тематика. То есть ты всегда ждешь, что человек тебе пришлет именно то, что ты собираешь, твои интересные там. Я, например, люблю собирать открытки по еде. Если у меня, конечно, соберется много таких коллекций, я бы хотела создать такую выставку интересную. То есть кто-то любит Лондон, кто-то просто собирает города, кто-то только природу, кто-то интересные какие-то моменты, кто-то хочет в открытку получить не саму открытку, а какую-то вырезку. Выставка в Каспийске будет проходить до 22 октября включительно. Посетить ее может абсолютно любой желающий совершенно бесплатно.